Тренинги и семинары проходят на межрегиональном форуме предпринимателей. Несколько десятков человек сегодня получили навыки планирования налогов, прохождения проверок. Была представлена статистика финансовой устойчивости банков, где безопаснее брать кредиты. Прошли лекции на повышение эффективности работы руководителей. На примерах были разработаны ошибки и удачный опыт решения менеджерских задач. Сегодня уральские специалисты рассказали и о последних изменениях в бухгалтерской отчетности. А если предприятие малое и индивидуальный предприниматель, он должен строить учет так, чтобы ему было удобно и рационально вести этот учет. Это, с одной стороны, дает очень большую свободу и возможность строить учетную систему на своем предприятии достаточно выгодно, удобно предпринимателю. Магаданский форум предпринимателей будет работать в библиотеке имени Пушкина до 17 мая включительно. Завтра предпринимателям расскажут о выгодных инвестициях, ораторском искусстве и о новых правилах госзакупок.